Всем привет, с вами Песенчик ТВ. И сегодня я покажу, как же сделать модные самые дома в деревне. Помочь жителям жить не в такой лачуге, как они. Вон, сейчас покажу. Не в такой лачуге, а богаче. Да. Я покажу сначала без модов дом. Давайте поближе вот к этому дому. Давайте вот к этому. Вот. И сейчас я сделаю без модов. Модный дом. Без мод. Хотя у меня моды есть, но я потом все это сделаю. Потому что сначала мне надо без модов. А потом вот так вот делаете. У кого нет модов, так я им помогаю. Вот так вот. Берем кактус. Вот это берем. Ой, наковальня тоже нужна. И эндер-сундук. Это тоже нужно. Тоже нужно. И это нужно. И это нужно. Короче, нам все нужно. Почти. Вот книжечка. Это здесь, типа, так модно. Здесь тоже, здесь эндер-сундук, и здесь эндер-сундук. Вот так. Потом обустроим все это коверчиком. Вот так вот. Вот эту часть обустраиваем ковром. Все, готово. А кровать будет у нас вот здесь. Можете даже двойную сделать. Ну, или легче одну. И делайте картины тут разные. Вот так. И давайте же выйдем на улицу. И чуть-чуть вот так вот сделаем бозы. Будет намного вписывающее в крепость. Не нравится, можете не ставить лозу, как вам угодно. Дом можете как угодно. Вот эти вот украшения мне очень нужны. Вот эти вот украшения. Куда бы это поставить? А вот сюда. Вот кактус растет. Голову сюда, голову сюда, голову сюда. Голову повесить, голову повесить. Готово. Теперь что мы делаем? Берем ступеньки. А, нет, не ступеньки. Вот это кое-куда убрать надо. Брать. Повесить их надо. Вот так. Чтобы было страшно. Да, берем ступеньки. Кварцевые. Какие угодно ступеньки. И вот так вот делаем. Знаете зачем? Я сейчас вам скажу. Для цветочков. Вот, типа подоконник или что это? Да, подоконник. Вот так вот. Да, красивый довольно-таки домик. Только вот надо еще кое-какую фигню вставить. Нотный блок. И сюда. Сюда. Ой. И вот это ставить сюда. Мусорка типа. И еще, наверное, что-то можно было поставить. Но уже все, я сейчас выйду, покажу его снаружи. Вот такой дом. Сейчас зайду вовнутрь. Вот. Сюда класть все что угодно. Видите, как уютно.
хочу вставить пластиночку. Потом у меня нет пластинки. Не! Не та пластинка! Где Кэт? Кэт, а вот Кэт. Кот, спасибо. Теперь давайте же пройдемся по модам. Где бы нам найти большой домик? Это большой дом, так вот. И сейчас будем делать с модами. Давайте прояснемся. Мебель. Вот летающий телек. Ого, это же невидимая калитка. Ее можно не заметить. Как будто здесь нет невидимая калитка. Да. Давайте же покрасим диванчик. Ладно, где песня? Нигде. В Караганде. Ставим вот это сюда. А не, хотя... Кристальный. 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 Да. Кристальный.
Звоночка. Звоночек. Светильник. Ой. Бамс. Так. Убрать. Вот так. Готово. И знаете, что вот эти вот делают? Ну, вы уже знаете, пожарная сигнализация. Все. Наконец-то она заткнулась. Мы можем пока что это убрать. Ту-ту-ту-ту. Сюда. 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 Я еще буду здесь как-то выживать. Ну, еще буду выживать. Со страшными монстрами. Я еще буду снимать выживание. С монстрами в этом доме. Если вы хотите, то пишите. Что расставлю все это в другое место. А куда мне это? Ай! Да блин, это только не нужны. Да смывайся! Смойся! Все, иди нафиг. Почему оно не смывается? Оно вроде бы должно быть смываться. Оно не смыло. Ванная нам нафиг не нужна. У нас есть душ. Знаменитый душ. И елку в центре. Светильник куда-то надо там поставить. Да день сказала! Бум-бум-бум-мам-мям-мям. Как ее включать, я не понимаю. Может быть, вы мне подскажете, как это работает? Я лично не понимаю. Ой, больно. Вот так. Это еще не готово и не все. Нам еще кое-что надо сделать.
на видео я также буду снимать, если вы хотите. Конечно же. Вы можете меня попросить в комментариях, хотите ли вы увидеть, как я выживаю в этом доме. Страшном. Это будет страшно. Вы будете даже дрожать. Забавно, да? Ага, прохочешься. Баночка с печеньками. Это еще пока с печеньками. Но все равно. Ай! Ты куда? Мяу. Вот так. Замок и ключ будет спрятан в надежном месте. Я покажу где. Вначале я его закрашу, и он исчез. Куда же он спрятался? Не могу понять, куда он спрятался. Ой, что мне такое выпало? А, нет, ничего. Ничего такого не выпадало. Так где мне поставить еду? Вешалку. Да иди ты нафиг, окно. Вот так. Аметистовая броня будет. И мечки будут спрятаны. Аметистовая броня так и будет здесь стоять. Вот так. Итак, сейчас я загляну туда. Окрашу их. И они исчезли. Куда же они спрятались? Что-то непонятно, куда это они прячутся. Горшочек. С медом. Да куда мне этот горшок ставить? А никуда. Фонарики везде будут. Да блин, а. Это надо убрать. Иди нафиг, такое невидимое. И тут везде будут обозначены все эти огоньки. И также я буду снимать прохождение карт. На прохождение карт. Она теперь на сифт. И она смывается. Поняла? Итак. Идемте сюда. На сифт! Кристалл на сифт. Видите, смывается. Судя по всему, еды будет у меня тут немного. Еда. Где вот? А, вот. Оно вот здесь пока что висеть, печеньки,
в булочки положу, в баночку, а не в булочку. В баночку положу картошки много, чтобы поесть было что-то. Курятины. Смузи. Вот печенье. Печеньки. Вот так. И зелье. Тут была вода одна. Тут была одна вода. Если человек захочет пить, то пусть пьет на здоровье. Ням-н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 ям. Бам! Все готово. Так кто там ВКонтакте пишет? Извините. А мы продолжаем. Давайте же постелим ковер. Ковер, ковер, ковер. Блиня, дай сюда. Опять стакну. Вечно оно мешается. Застелим тут все ковром. Раздельные комнаты не будут. А в том доме это типа заброшка или что? Не знаю. И делаем мы вот так. Ой, извините. Вот так. Да, вот так. И все у нас готово теоретически. В общем, давайте сделаем денек. Где день? Вот. Седьмой день. Ну что, всем спасибо за просмотр. С вами была Петичек ТВ. Надеюсь, я вам помогла с этими домами, как их построить. И пишите в комментариях, хотите ли вы страшные истории, а точнее выживание страшное в Майнкрафте с этими домиками. Всем пока! Это типа как заброшка или что? Ну ладно, все, пока. Всем пока. Пока-пока.